Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Новый год – время магическое, это время волшебства и чудес, когда мы открыты всему новому. И даже скептики начинают обращать внимание на гороскопы, пророчества, приметы и пытаться прочитать их. Каждый год в восточном гороскопе имеет свое животное покровителя. Новый 2023 год станет годом черного водяного кролика. Такое бывает только один раз за 60 лет. Основные цвета Нового года – черный и синий. В одежде подойдут нейтральные, неяркие цвета, соответствующие образу жизни животного. Это зеленый, песочный, пшеничный, горчичный. Уместны также золотистый, коричневый, терракотовый, множество оттенков серого. Кролик смелый, храбр, он быстро хитер. Поэтому, в первую очередь, он будет благожелателен к тем, кто ставит перед собой сложные задачи.